Всем привет, дорогие мои, с вами Кулунова Аня, и это мой заказ. Ну, в общем-то, пришел каталог. Далее, там еще чек, хочется показать все вам чеки. Так, значит, первый чек 6778, второй чек 1232 и третий чек 159 рублей. То есть так вот три заказа пришло, это автозаказ 159 рублей, поэтому ничего страшного. Дальше, хлорелла спирулина, как обычно, 70% скидочка, я ее беру, артикул 157-57. Кто ее пьет? Ее пьет муж и дочка. Я сейчас пока ее прекратила пить, потому что пила очень долго, но я и так люблю зелень немного кушать. Я не могу покушать, например, второе без салата, у меня не получается. А вот муж у меня такой, знаете, мясной человек, который вообще зелень не кушает, а зелень кушать нужно. И дочка младшая, она тоже зелень не ест. 157-57. Так, далее омега 369 взяла, 70% скидки, 157-79. Мой один из любимейших парфюмов, тоже выбрала со скидкой именно его, артикул 62-10. Тут вообще такой заказ, это перемешка VIP акций и перемешка драйва, и еще то, что нужно в дом. Так, дальше вот такие вот прекрасные ручки. Там их три штуки, где-то треть, я не знаю. Очень-очень мне нравится. Это только для серебряных VIP-консультантов. Ничего там не было, было пусто, взяла ручки. Лучше это, чем ничего. Далее, такая вот масочка Smart Keratin. Очень нравится, она идет восстанавливающая. Умный кератин, он проникает в волосы, восстанавливает и так далее. Ну, то есть, ох, как и открыть, да? Такая вот розовая, гламурная, с очень приятным ароматом, с очень такой вязкой консистенцией, не течет, все здорово, великолепно. Вот еще, значит, такая ручка есть красная, красоточка. Дальше мыло антибактериальное, устраняющее запахи, нежный алоэ аромат. Тоже нравится безумно этот аромат, 302-03. Вообще люблю аромат чего-то такой свежести какой-то. Увидела в распродаже или где-то, не помню, вот этот вот гель для душа, розовый кварц 28-89. Ну, очень понравился, очень. Такая вкуснятина, я не знаю даже, чем описать вот это вот легкая свежесть, цветочная, скорее всего, вот так, ближе к этому моменту. Очень приятный привкус. Далее концентрированный гель для мытья посуды 301-03. Шел мне долго. Потом я про него забыла еще, сколько эта коробка стояла. А потом вышли новинки. И, в общем, у меня теперь хватит очень надолго гелей. Дальше. С артикулом 302-19 концентрированное универсальное средство чистота и защита. Запах у него цитрус и мятное масло. И можно мыть все. Во-первых, он содержит антибактериальный компонент. Во-вторых, он и вообще все твердые поверхности отлично отмывает и не требует смывания. Поэтому мы этим средством моем пол. Потому что, ну, не требует смывания, в доме дети, зачем химии лишней детей, чтобы дети на себя цепляли. Гель для душа, крем-гель для душа. Он идет для чувствительной кожи, идет с алоэ вера и молочными протеинами, гипоаллергенный. Такой густой, светленький, очень вкусно пахнет, прямо нежностью такой, очень вкусно. Дальше заказала себе такой вот шприц. Это он называется мезотерапия. 100 лет уже им не пользовалась. Это я выполняла квест по Faberlic Drive. Такой вот он хорошенький. Давайте с вами его опробуем. Слушайте, а как же? А вот он тут поворачивается. И таким вот образом можно его наносить на лицо. Ну, мы, девочки, любим всякими такими причиндалами баловаться, да? Вот, такая вот красотища. На самом деле, это очень хорошая, дорогая, между прочим, сыворотка, артикул 5794. У нее тут содержатся и ведущие детоксиканты, витамин С и глутатион, также кислородный комплекс Новофтемо-2. И он идет как Energy. Три уникальных компонента для доставки кислорода и активации его использования каждой клеточкой для эффективного синтеза энергии. Такая вот классная штука, очень нравится, время от времени им тоже пользуюсь. Далее, тональные кремы, три штуки. Это уже не мне, это Неосерум. Тон мой-мой прямой, 66-19, то есть он для светлокожих девчонок. У меня это заказ. Причем мне очень повезло, потому что тональных кремов у меня много всегда бывает. А это заказали у меня девчонки, мои, да, там подружки, знакомые, кто-то из родни. И самое шикарное, что вообще получилось так, что я еще и выполнила квест по драйву. Так, дальше.
вот таких вот два средства Nea Serum. Это тоже мой тон. Это консилер, сыворотка для лица. Тоже очень классная, хорошая. Мне безумно понравилась. Отличная просто. Как хайлайтер, просто на отлично. Тоже мой тон. Так, а где же артикул? Вообще артикула на упаковке нет. Так, давайте посмотрим, распечатаем, где артикул. 67-12. Вот это прям мой оттеночек. Мне он очень понравился. Так, далее заказала, закончился у меня сыворотка-концентрат «Интенсивное укрепление». Он эффективно решает проблему выпадения волос, возвращает жизненную силу ослабленным волосам, насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков. У него очень интересный такой мысочек. Он на самом деле все хорошо, да, то есть вот такая вот жидкость, слизкая такая, да, ухаживает. Я чувствую какое-то тепло, еще что-то чувствую, в общем-то, да. И у него есть недостаток. Его на чистую голову лучше не наносить. Лучше нанесите на ночь, а с утра помойте голову. Он немножечко такой эффект жирнится, да, от него голова, эффект жирность волос возникает. Вот артикул 1885. Я его один раз нанесла перед мытьем и как-то вот нормально. А второй раз нанесла после мытья и вот немножко разочаровалась, но действие у него великолепное. Далее наша новая сыворотка для волос «Морошка». Очень понравилась. Чувствую, что разберут, поэтому взяла запасничек одну штучку. 30 миллилитров, 14,47. Прямо мега удобная штука. Перед сушкой феном ее наносите, она питает волосы. Так, очень понравилась вот эта вода. Выполняла квест и получила с 50% скидкой вот эту воду. Не удержалась, взяла 33,42. На каждый регистрационный номер участников Faberlic Drive ждал такой вот сюрприз. 50% скидка на новинки парфюмерной воды. Дальше патчи. Тоже с обалденной скидкой. Тоже по акции. Артикул 0916. Так, 100 лет не заказывала, начала подходить к концу у меня вот это средство. Это кислородный мусс для глубокого очищения лица, для всех типов кожи. Кожа после него аж скрипит. Я его просто так им пользуюсь, но на самом деле для него нужно сеточку-взбивалку покупать. У меня она есть, но каждый раз ее стирать, мыть, вешать, чтобы она где-то Господи, я это все очень сильно не люблю, я просто так пользуюсь. 57,93. Очень хорошо, прям до скрипучести. Так, мы собираемся ехать в Москву, поэтому я заказала себе кислородный бальзам 5806. Мало ли, где-то что-то натрется, да, там мозоли какие-то, еще что-то, раздражение какое-то. Так, ну и еще увлажняющая тональная сыворотка для лица, артикул 6619. Что мне в ней понравилось, она содержит мультилифтинговый комплекс, который визуально разглаживает морщины. Это называется миорелаксант. Этот крем, он не только ухаживает, не только увлажняет, но еще и делает вот такую классную штуку, как уход за лицом. Да, вот этот миорелаксант вообще супер-мега-класс. Так. Тут на одну минуту. Это дигидрокверцетин с витаминами А, С и Е. Это мозги, это кровеносная система и так далее. Вот, обратите на него внимание. У кого есть родители, которым уже за 40, их его надо по одной штучке в день пожизненно пить. Артикул 157,90. Это абсолютно новый продукт, очень нужный и важный. Про то, что я получила в подарок две банки БАДов от Molecula Force стоимостью 1800 рублей. То есть я получила две банки под своим рекномером, как участница Faberlic Drive, и две банки под номером дочери. И у меня получилось 7 с лишним тысяч рублей просто так в подарок за то, что я VIP-консультант и зарегистрировалась в программе Faberlic Drive как VIP-консультант. Артикул 156,75. Вот такой вот суперский подарок. Дальше, опять-таки, дигидрокверцетин, ну и мой любимый кофе «Доброе утро». Вот вы знаете, ребят, пью его уже не первый год, да, не первый год, и тут мне в комментариях пишут: кофе невкусный, пить невозможно и так далее. Вот извините меня, я его пью сколько лет, и он мне нравится. Я от него кайфую, я от него без ума, я пью его и утром, и днем, и вечером. Ну, вечером пореже, утром я могу пару кружек даже выпить, в обед я выпиваю кружку этого кофе. У меня сколько людей знакомых, они подсели на этот кофе, они никакой другой не хотят. Поэтому писать там, фу, беда, как вы можете его пить и так далее, ну, этот человек, наверное,
неудовлетворенные своей жизнью, которые не понимают, что все мы разные. Кому-то нравится красный, а кому-то нравится синий. Вот и все. То же самое, когда человек пишет, у меня там аллергия на что-то, да, у кого-то на апельсины, у кого-то на мед, у кого-то на какие-то цветки. Это нормально, мы все разные. Поэтому не надо обобщать и не надо осуждать тех, кому что-то нравится. Я так считаю. Я люблю этот кофе, я его пью, я его вожу по полю, у меня все подружки на нем сидят, все его пьют. Всем он нравится. В моем окружении артикул 160-49. Никто еще не сказал, фу, какая пакость. Вот, поэтому я не знаю, почему так. Я даже в Москву еду на ассамблею Фаберлик, я с собой в номер пересыпаю в какой-нибудь пластик, ну, чтоб много не весело, да, в самолете вечный перевес. Мы еще не решили, поезд или самолет. И даже с собой беру именно этот кофе. Я не хочу покупать кофе, потому что латте бывает то кислый, то горький, то еще какой-то. А я привыкла к этому, и я с собой его беру. Вы представьте, я даже в отпуск с собой этот кофе беру. Дальше, под вторым рекномером дочки, тоже взяла вот эту вот Софа 3342, тоже с 50% скидкой. Как хорошо, когда дочка вип-консультант и говорит, мам, ну я ничего не хочу, у меня все есть. Я такая, окей, я все твои акции себе забираю. Дальше, в поездку пластыри универсальные, ультратонкие, тут 40 штук. Они очень сильно разные, я про них уже снимала аннотацию. Вот такая вот куча пластырей, тут вы увидите видео из моего старого обзора, где я все распаковывала. Артикул 910-433, безумно нравится. Так, дальше чек, да, то есть вот видите, на Шишкину Екатерину, значит, чек. Так, биологически активная добавка, дигидрокверцетин, так, салфетки-ловушки, вот, Софа, видите, со скидкой. Сумма со скидкой 851 рубль. На самом деле она намного дороже стоит. Это очень приятно такое брать. Пластыри вот универсальные, их там действительно много. Так, дальше, значит, пластырь от гидроколлоидный, от влажных мозолей. Тоже штука прикольная. Беру его на постоянной основе. Это уже, наверное, 5-я и 6-я коробка. Потому что мы тут много новой обуви купили. Ну и, соответственно, много новых пластыри израсходовали, пришлось вот я с собой в путешествие вот это вот возьму. Понятно, что без коробочки, но в аптечку кину. Никому не повредит, никому не помешает. Очень классные пластыри. Очень хорошо заживляют, успокаивают все мозольки и не видны на пятке. Вот вообще нисколько не видны на пятке. Еще и плюс противовоспалительные. Девочки их где-то на лицо, на прыщики клеят. В общем, такая вот красота. Так, дальше. Салфетки-ловушки с артикулом 308-44. По одной салфеточке на каждую стирочку кладем. Мы тут с девчонками их понабрали, конечно, побольше, да, как вы видите, целую кучу. Вот еще. Да, куча целая мала. Далее посмотрим. Стиральный порошок для белых и цветных тканей. Геля больше нет наличия. Гель у нас заканчивается. Поэтому взяла вот такой вот стиральный порошок. Тут нервная ложечка такая вот симпатичная очень. Да, видите, как удобно. Раз, захватил, наложил. В общем, все продумано. Кстати, этот порошок мне нравился, но гель просто, ну, как-то поудобнее. Он не рассыпается, его ливанул и все, в сам барабан положил. Тут сыпнул в барабан. То есть вот это вот только что удобство, конечно, больше всего нам хочется. Значит, артикул 118-91. Так, и это все, наверное, для белого, да, потому что мы уезжаем, а хозяюшка по дому у нас остается босс стирать, все перестирывать, наводить порядок, поэтому это все уйдет, пока нас нету, пока мы в Москве. Ну что ж, вот и все, весь мой обзор. Всем пока-пока, до встречи в новых видео.